Вы сыграли у Балабанова в «Жмурках» и в «Грузия-200». Знаете, я Балабанова, честно, вот я не разбрасываюсь терминами «великий», «выдающийся». Я считаю его великим кинорежиссером Балабанова, покойного, к сожалению. Вы разделяете мое мнение или нет, дважды сыграв у него? Чувствую, нет. Подожди, Дим. Он... Ну, я обожаю его. Подожди, просто. Подожди, подожди. Смотри. Ну, вот пьем мы там вот, одна компания, да? Потом, конечно, задним числом смотришь, что это за люди. Петя Мамонов, блин, Саша Баслачев. Цой. Цой. Ну, тогда там и целый Кинчев, да? Да. И мы сидим, бухаем, блин. Поэтому перед этим шли и... По Яузе, блин, было солнце, и Костя говорит, там будет, блин, сейчас пивняк, мы там сейчас как выпьем, блин, пошли туда, потом в общагу там пухаем, потом стол перевернули, потом я просыпаюсь в одной кровати с Петей Мамоновым. Кто знал тогда, что это все будет? Класс. Великолепно, да? Класс. Что это будет кумир людей, да? Класс. Они думали так, они думали так. Я думал, я буду великий режиссер. Они думали, что они великие. Все было нормально. Все были в соке, да, что ли. Это было как бы вот счастье талантливых людей быть вместе. Каждый друг другу пел на гитаре. Да, хорошо, пошел в жопу.